Хаёго, и с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием Агент Лис, операция Робопёс. Окей, мы нашли одну с вами часть, так сказать, входа в этого огромного пса, а именно выключатель. Но я не знаю, что мне делать дальше. Входи, Рейджинальд. Поэтому давайте пытаться получить где-то костюм повара. О, что же это такое? Скажите, пожалуйста. Прошу прощения, что случилось? У меня нет ни одного столового прибора для мистера Лероша, а он очень не любит долго ждать свой обед. Да, должно быть именно поэтому у него почти всегда плохое настроение. А это, наверное, обед Лероша? Да, бисквитный ботинок. С особым соусом, я полагаю. Да, вы правы. Ох, мне сейчас будет плохо. Куда же я дела все вилки? Честно, заставляйте меня теперь возвращаться с самого начала. Ну, а хотя бы здесь недалеко. А что мы тогда можем с вами сейчас оставить? Давайте мы с вами... Здесь я храню шпионские устройства. Вернем... Блокиратор сигнализации. Вернем пылесос. Я оставлю это устройство на потом. А возьму я вилку. Это шпи-приборы. Теперь мы идем к ней, отдаем эти вилки, после чего он пожрет, я заберу вилки, у меня будет с вами отпечаток. Раз, отпечаток, и два, мы теряем этот предмет. Может быть, мне стоит связаться с Павиан? Предмет, что позволит мне потом в дальнейшем... Так получилось, что у меня с собой есть одна вилка. Вилка! Я так долго искала вилку! Нам всегда советовали носить с собой вилку, на всякий случай. Спасибо! Я должна как можно быстрее отнести Лерошу этот бисквитный ботинок, иначе он рассердится. Еще немного, и у меня будет отпечаток пальца Лероша. Бисквитный ботинок с ванилью. Мое любимое блюдо. Этот ботинок можно есть. Именно этим я и займусь. Очень скоро вы с ним справитесь. Вот так. Очень скоро планам Лероша настанет конец. Уверен, что я смогу остановить его. Он остыл, но все равно вкусно. А, так у меня еще отпечатки. Раз, два, три. Тогда нам придется с вами все-таки идти внутрь. Возвращаться в ту, так сказать, этот. Как он называется? Аппаратную. И использовать ложку. С отпечатком. Ну, как я говорю, видите, нас просто заставляют бегать туда-сюда постоянно, даже просто, чтобы взять те же датчики всякие, его побрякушки вещи. И это довольно геморройнет. Процесс. Давайте-ка попробуем вот это. Да, отпечаток пальца Лероша справился со своей задачей. Теперь дверь открыта. Так, окей. Дальше. Все, предмет пропал. Отлично. Thank you.
А, еще Пижама Сэм вспомнил игру. Вот куда нужно установить выключатель. А могу я ли... Так, без... это должно остановить Лероша. Теперь мне осталось лишь набрать правильный код. Мне нужно установить выключатель именно сюда. Это кнопка включения робопса. Выключатель установлен на место. Осталось лишь набрать правильный код. Тогда план Лероша по захвату мирового господства будет разрушен. Интересно, можно ли без нахождения кода сделать это? Аниме. Но аниме мы что с вами делаем? Мы возвращаемся с вами в самую первую локацию. Только для того, чтобы забрать последний предмет. А что с небом стало? С небом что стало? Пес стал розовым. Что-то текстуры, походу, потихоньку летят, да? Походу, на то. Были облака нормальные, стали фиолетовыми. А так видите, все почти белые, вон текстуры становятся фиолетовыми. Это плохо. Это шпипылесос. Ну а что, под конец ничего не сломалось полностью. Ой, уже здесь облака стали розовые. А, не, подожди, здесь были. Здесь белые. Так, а что у нас есть? Подождите. Нам нужна это печка. Это мой сраная. Блокнот. Мне нужна сраная печка. На арене. Ах, ну просто вылитый победитель. Думаю, не стоит носить с собой эту фотографию. Выкину я эту фотографию. А, как я понимаю, нет. Вообще, да? У дантиста. Во Франции. Гольфист. Турист. Кассир. Ну да, походу мне это тоже... Это самое тихое. Это место уже тоже не нужно мне. Пойти наверх, а смысл? Мне ключ нужно как-то распечатать. Но я не, так сказать... А сувениры? Сейчас мы сходим за сувенирами. Это мой блокнот. Я использую портреты, чтобы собирать информацию. Это не самая удачная идея. Где может быть... Костюм по... Музей, точно. Вольфганг Баварский. Очень талантливый шеф-повар, известный своей способностью готовить блюда буквально из воздуха. Я тоже люблю готовить, и при этом не лишен воображения. Костюм шеф-повара может мне пригодиться. Вот. Процесс идет. Так, теперь нам нужно сюда. А, не, назад. Блин, нет, кажется, небо не розовым не было, да? Это сейчас что-то пошло не так, и текстуры начали портиться. Или я просто не замечал. Ходи, Рейджинальд. Раз, два, три. Как приятно сажать злодеев. Раз, два, три.
Раз, два, три. Раз, два, три. О, боже мой! Простите меня, господин Поварский, я не слышала, как вы вошли. Какой приятный сюрприз. Я тут проходил мимо и вот что подумал. А я ведь давно ничего не готовил. Может быть, зайти и выпить что-нибудь вкусненькое? Да, конечно. Такому великому шеф-повару, как вы, невозможно не разрешить пользоваться моей кухней. Это очень великодушно с вашей стороны. Но вы не можете пользоваться моими деревянными ложками. Они мои, и я ими постоянно пользуюсь. Конечно, конечно. Вы же знаете, это же настоящая беда, если на кухне два повара. Честно говоря, Дина, в сравнении с вами я всего лишь любитель. О, господин Поварский, вы мне льстите. Вы так добры, так добры. Дина на кухне готовит обед. Раз, два, три. Раз, два, три. Должен признать, сначала идея профессора Квака выпекать ключи показалась мне глупой. Но теперь я на этот счет другого мнения. Раз, два, три. Ключ. Я оставлю этот костюм шеф-повара здесь. Вот плохо видите то, что я не знаю нумерацию ключей. И почему я не могу... Блин, ну один ключ. Херня в том, что мне придется потом бегать сюда. Чтоб делать ключ. Типа у нас только сейчас ключ от... О, все, облако. Облако, облако, облако. Так, только от первой двери. Интересно узнать, куда это ты собрался? Выставка закрыта. Все нормально, у меня есть ключ. Конечно, если у тебя есть ключ, тогда входи. Ура, подходящий ключ. Отлично. Видишь, я же говорил тебе, у меня есть ключ. А, тогда все. Мир всем! Так, нам только... Ой, подожди, сигнализацию могу включить? Это отверстие очень маленькое для меня. Сюда пролезть сможет только кто-то очень маленький. Давай, Уолтер, эта работа как раз для тебя. Ты должен найти микрорыбку Доти Шифа. Можешь на меня положиться, Джеймс Лис. Ни хрена себе. Хот-дог. Кофе. Эта машина — отличный способ добраться до кукольного дома. Это единственный способ туда добраться. С вами Уолтер Жучок, прямой эфир из Микромира. Отлично! Мне кажется, дело продвигается. Такой кукольный дом — это мечта каждой букашки. Какая своеобразная обстановка в этой квартире!
Мне говорили, что на лестнице прыгать опасно. Надеюсь, меня это не касается. Так, холодильник. Холодильник работает в режиме заморозки. Открыть. Эта кнопка открывает дверь. У меня есть такое чувство, что микрорыбка где-то рядом. А вон и микрорыбка. Я могу открывать и закрывать верхний ящик с помощью этой кнопки. Но поможет ли мне это? Эта кнопка открывает и закрывает нижний ящик. Ладно, верхний мне не нужен. Тогда поможет. Это я могу сделать и руками. Вопрос на засыпку. Кто изобрел подвесной телевизор? Спокойно. Это надо обдумать. Так. По кругу вниз, еще раз, а вот и я, Уолтер Жучок. Эврика! Изумительно! В полу есть бассейн. Кажется, очень глубокий. Нет времени прохлаждаться. Я должен найти Дотти. А, тогда нужно закрыть сейчас. Эта кнопка закрывает бассейн. Уолтер, я рада, что ты нашел меня. Я вела прослушивание из микромира в поисках чего-либо необычного и засекла сообщение от компании Смелли, в котором говорилось о коде активации. Но мое оборудование сломалось до того, как я успела это передать тебе и шпион компании. Я думаю, это что-то очень важное. Но это радиосообщение. От кого оно? Надо полагать, от компании Смелли. О, ну конечно, это же хорошо известные злодеи. Так что именно было в этом сообщении? Я должен немедленно передать это Джеймсу Лису. Да, конечно. Код активации – яблоко, вишня, виноград. Есть! Уолтер Жучок вызывает Джеймса Лиса. Пожалуйста, подождите. Прием, Джеймс Лис. Я на связи, Уолтер. Ты нашел Дотти Шиффорд? Да. Я собираюсь отправить тебе код активации. Оставайся на связи. Яблоко, вишня, виноград. Отлично, Уолтер. Спасибо за работу, Дотти. Теперь, агент Лис, все зависит только от тебя. Удачи тебе! Уолтер Жучок, конец связи. Код активации выключателя у меня. Теперь Лерош получит свое. Скоро мой дьявольский план принесет свои плоды. Никто не сможет остановить меня. Кто же сможет бороться с моим огромным железным чудовищем? Моя разрушительная машина пройдет по земле и завоюет ее для меня. Синие войны будут повержены. Толпы будут кричать мое имя. Лерош! 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 А я скажу им, да, в чем дело? Президенты всех стран придут ко мне просить пощады. Ну разве это не самый злодейский план? Так, ну, в принципе, все. Только я не понимаю, зачем мне тогда лишние предметы? А если быть точнее, граната, сигнализация и это. Не, может быть, дальше там где-то пригодится. Но я ж, по идее, его уже скоро отключу. Робот-пса и все. Или мне придется родиться с Лероем, как вероятно.
Так, а кот, яблоко, вишня, виноград, да? Наконец-то выключатель на месте, и код активации набран верно. Наконец-то через турникет прошел миллионный посетитель! Теперь робопес полностью заведен! Пора в путь! Думаю, это нехороший знак. Надеюсь, Лерош успел застраховать свою жизнь. Я должен попасть к этому выключателю. Плохой робопес. Сидеть. Что? Агент Лис? Вы меня звали? Лерош, у тебя ничего не выйдет. Я так не думаю. Увидим, кто будет смеяться последним. Нужно последовать за ним. А главное вовремя нажать, да? Лерош от меня не сбежит. Джеймс Лис думает, он очень умный. У меня есть еще пара сюрпризов до того, как я сбегу по канализационным трубам. Эта программа активирует миллион встроенных тостеров в робопсе. Они одновременно спалят огромное количество тостов, и всемирную выставку на 10 месяцев покроет большое облако карри. Будет мрачнее, чем в Сиэтле. О нет! Программа повреждена вирусом! Надо проверить все и избавиться от вируса! Подлый Лерош не сбежит, тем более, когда у него на хвосте Джеймс Лис. Так, окей. Что нам предлагаешь, Джеймс Лис? Молоток слишком далеко от меня. Ага, то есть я должен сейчас выйти сюда? Я не могу достать отсюда. Лерош сильно удивится, если снова меня увидит. Давай, наверное... Интересно. Думаю, когда рычаг будет задействован, Лерош на своей спасательной лодочке скроется. Уверен, что Лерош таким образом намерен сбежать. Надо помешать его плану побега. Окей. Тогда что мы делаем? Идем сюда. Какой-то генератор. Мне кажется, с помощью этого передвигается труба. В случае необходимости разбить... Думаю, стекло. Чтобы разбить стекло, молоток подойдет в самый раз. Молоток находится... А подождите. Молоток... Ой, плечом я не разобью стекло. Нужно что-нибудь более твердое. Смотри, у нас, в принципе, скотч с тобой есть. Здесь я храню шпионский... Ладно, пошли за молотком. Опа! Здравствуйте. Ничего не получится. Кажется, Лерош хочет сбежать именно через эту трубу. А, так это... Окей. Кажется, труба передвинулась. Интересный молоток. Он может пригодиться. Сейчас мы разобьем своим стеклом. Блин, я думал, это деревянное, типа... Эх, так это и есть деревянное, слушайте. Mm.
теперь пойдем открутим этот. Отлично! Там, где открывается... Подождите, куда-то... А тюрьма, я понял. А могу я просто вы никуда? Всего, да и все. Так, ладно, это включу. Пойду отключу. Теперь решетка не будет мешать моим планам. Хорошо. Ну, мне ж в тюрьму надо, да, его? Как бы так. Может быть, при повторном прохождении есть вероятность, что будут другие препятствия, которые мне нужно будет вот этот взаимодействовать. Ну, как вариант. Канализация внизу – самое подходящее для тебя место, Лерос. Что? Снова ты? Ай-яй! Ах! Ах, ужас! Салат вот! Как это унизительно! Агент Лис, вы достойно выполнили ответственное задание по поимке Наполеона Лероша. Я в долгу перед вами. О, шеф, я рад был помочь. Ах, да. За победу над Лерошем я вручаю вам вот этот диплом в качестве награды. Спасибо, шеф. Я просто выполнял свой долг. Кулаки смел лучший тайный агент, знаток шпионских затей. Любая задачка ему по плечу, от него не уйдет злодей. Авторские права, там, какие-то или нет, там, очень много. Ладно, если профактор, то что же конец, да? Поэтому давайте оценивать принципы. Так как игра вообще почти ничего не лезет. Она вообще почти ничего не лезет, очень мало. У нас есть какой-то более-менее сюжет, да. Это у нас квест игра, есть отсылочка к чему-то. Взять тех самых личностей. Взять уже газеты, взять отсылку на игру. Ладно, что мы делаем с геймом? Умение и смелость, проявленные в... Логическое мышление и смелость, проявленные в процессе выведения строя опасного и разрушительного робопса, со спасением всемирной выставки от тотального разрушения и защиту от подлого лжеца и, несомненно, коварного злодея Наполеона Лероша, награждается умом за выполнение задания. Это значит, чисто для ребенка распечатать. Если нужно заново. Это именно заново? Ну да, чисто игра просто начинается заново. Где-то в Альпах. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами. Так значит, вы несовершенство...
Поэтому, короче, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо. Так не стоит афишировать мое имя. Я путешествую инкогнито, и никто не должен знать мое местонахождение. Пока. Ну, сейчас вы...